массовом производстве тракторов, сельскохозяйственных машин, станков, двигателей и многих других изделий машиностроительной промышленности, изнообразные мелкие детали, изготовленные способом литья по выбираемым моделям. Для получения отливки по этому способу необходимо изготовить из легкоплавкого материала модели, детали и литниковой системы, нанести на них несколько слоев суспензии песка для образования огнеупорной оболочки, выплавить модели в нагревательной среде, прокалить оболочку и заполнить ее жидким металлом, удалить оболочку после затвердевания металла и отделить отливку от литниковой системы. Из сплавов отливки сложной формы и повышенной точности с чистотой поверхности. Механическая обработка таких отливок незначительна и сводится к шлифовке сопрягаемых поверхностей, высверливанию или калибровке отверстий, снятию фасок перед сваркой или пайкой. В ряде случаев отливки поступают на сборочный конвейер без механической обработки, как вполне готовые детали. В условиях массового производства изготовление каждой тонны мелких стальных деталей по уплавляемым моделям позволяет сэкономить 1,5–2 тонны сортового проката, сократить в среднем на 700 станкочасов трудоемкость механической обработки, уменьшить потребность в квалифицированной рабочей силе, оборудовании, производственных площадях, снизить расходы на инструмент и приспособления, ускорить выпуск продукции. С ростом потребности в отливках совершенствовались технология и оборудование для их изготовления. Сотрудниками научно-исследовательского института технологии автомобильной промышленности совместно с производственниками Горьковского автозавода разработана комплексно автоматизированная поточная линия для массового производства мелкого стального литья по уплавляемым моделям. Такие линии изготовляются Тираспольским заводом литейного машиностроения. Каждая из них состоит из отделения подготовки модельной смеси, участка изготовления модельных звеньев и сборки блоков, участка формирования оболочек и выплавления моделей, участка прокаливания и заливки оболочек металлом, отделение очистки и термической обработки отливок, участка сортировки, отделки и контроля готовой продукции. Материалы для изготовления моделей должны иметь хорошую пластичность, незначительную и стабильную усадку, малый удельный вес, достаточную прочность и теплоустойчивость при невысокой температуре плавления и минимальном времени затвердевания.
Они должны быть нетоксичными, дешевыми и пригодными для многократного использования. Этим требованиям наиболее полно соответствует модельный состав R3A, изготовляемый Новочеркасским заводом синтетических материалов. Модельная смесь из этого состава подготавливается на установке, состоящей из плавильного агрегата, бака отстойника, смесителя и пастосборника. Температурный режим на всех стадиях подготовки смеси и изготовления моделей поддерживается автоматически насосными станциями с электронагревательными элементами. Пар, поступающий в плавильный агрегат, нагревает рубашку и трубчатое днище верхнего бака. Загруженный модельный состав плавится, смешивается с составом, бывшим в употреблении, и стекает в бак-сборник. Центробежный насос периодически перекачивает расплав в бак-отстойник, оборудованный конусным днищем, на котором оседают механические примеси. Очищенный расплав перекачивается в шестеренный смеситель. Вода, циркулирующая в рубашке смесителя, охлаждает расплав до пастообразного состояния. Для улучшения технологических свойств в пасту замешивается до 20% воздуха. Готовая смесь выдавливается в пастосборник и пневмонасосом подается на участок изготовления моделей. Изготовление моделей производится на автоматах карусельного типа. Стол каждого автомата оборудован 10 металлическими пресс-формами с вертикальным разъемом. В конструкции автомата предусмотрена возможность быстрой смены пресс-форм. Каждая пресс-форма представляет собой сложное устройство, состоящее из блока матриц, подвижной и неподвижной, стержней, выполняющих полости в моделях, приспособления для выталкивания моделей, направляющих колонок и штырей, устройств для циркуляции охлаждающей воды и некоторых других конструктивных элементов. Матрицы рассчитаны на получение группы моделей, объединенных в звено, с общим элементом ледниковой системы. При изготовлении матриц учитывается величина усадки модельной смеси и литейного сплава, а также расширение оболочки формы при нагреве. Поверхности рабочих полостей пресс-форм должны соответствовать 6-8 классам чистоты. Устройство для подачи в пресс-формы модельной смеси, воды и воздуха, рывстойки карусели. В ходе пресс-формы к запрессовочному устройству срабатывает фиксатор стола и шприц. Модельная смесь под давлением рабочей полости масла.
по окончании заполнения. Запорный клапан перекрывает подачу смеси. Одновременно убирается фиксатор. Таких позиций 6. На каждой из них матрица пресс-формы интенсивно охлаждается водой. Модельная смесь затвердевает. На позиции раскрытия пневматическое устройство раскрываем, и звено моделей сбрасывается толкателем в ванну водяного конвейера. Раскрытая пресс-форма поступает в позицию очистки, обдувки и смазки. А затем снова на позицию запрессовки. Цикл повторяется. В зависимости от свойств модельной смеси, конфигурации и размеров моделей, время изготовления каждого звена колеблется в пределах от 10 до 20 секунд. Готовые звенья проходят визуальный контроль, очищаются от заусенцев и собираются в блоки. Сначала на промежуточных стояках, затем на стояках-каркасах цепного конвейера. В каждый блок устанавливается модель литниковой воронки, а звенья скрепляются металлическим колпачком. Собранные блоки подаются конвейером на участок изготовления оболочек. Для изготовления оболочек необходима суспензия, состоящая из связующего раствора, гидролизованного этилсиликата и мелкозернистого огнеупорного наполнителя. Жидкие компоненты, изопропиловый спирт, ацетон, этилсиликат и подкисленная вода через ротаметры и дозирующие устройства самотеком поступают на автоматическую установку для приготовления суспензии. В гидролизном баке установки компоненты смешиваются. Образовавшийся раствор перетекает в спаренные смесители, где при непрерывном перемешивании раствора с сухим огнеупорным наполнителем завершается процесс гидролиза этилсиликата и образования суспензии. Из смесителей суспензия поступает в баки хранения и расхода, а затем перекачивается от установки изготовления оболочек, состоящие из 4 или 5 двухсекционных ванн. Цепной конвейер подает модельные блоки к установке и с помощью специального копира погружает их сначала в секцию ванны с суспензией, а затем с помощью такого же копира в секцию с песком. Сжатого воздуха, подаваемого в пористое днище ванны, песок поддерживается во взвешенном состоянии. Это обеспечивает беспрепятственное погружение блоков в песчаную среду, равномерное покрытие слоя суспензии песком и извлечение блоков из секции.